На объекте работают 6 единиц тяжелой техники. Всего дорожникам необходимо восстановить на этом участке 28 тысяч квадратных метров дорожного полотна. На это уйдет порядка 3000 тонн асфальта. Все работы ведутся согласно графику. В день рабочие укладывают до 60 метров асфальтовой смеси. Общая длина отремонтированной дороги будет практически 4 километра. Это от заправки на въезде, ну, от двух заправок, и до границы Суворова-Черкесска. Все идет по плану, по графику, без срывов. После укладки асфальта за работу примутся грейдеры. Они укрепят и выровняют обочины. И только потом будет нанесена разметка и установлены новые дорожные знаки. Пока здесь временно работает реверсивное движение. Все работы планируется завершить к сентябрю этого года.